Здравствуйте, с вами я, Ольга Джерал и Amazing Russian. Сегодня мы говорим о днях недели, дни недели. Новые слова. Календарь. Сегодня, завтра, вчера, день, дни, неделя, дни недели. Календарь. Это календарь. День, дни. Это день. Это день. И это день. Это дни. Неделя. Это неделя. 7 дней – неделя. День недели. Это день недели. День недели. Дни недели. Это дни недели. Сегодня. Сегодня. Вчера, завтра, дни недели, понедельник, понедельник, вторник, вторник, среда. Среда, четверг, четверг, пятница, пятница, суббота, суббота, воскресенье, воскресенье. Какой сегодня день? Какой сегодня день? Сегодня четверг. Понедельник. Первый день недели. Понедельник. После недели. По. Понедельник. Понедельник – день тяжелый. Тяжелый – значит трудный. Понедельник – день трудный. Первый день недели – трудный. Вторник. Вторник – второй день недели. Второй – вторник. И почему сегодня только вторник? Почему сегодня только вторник? Среда. Среда, середина. Среда, середина. Середина недели. Среда – это маленькая пятница. Среда.
Четверг. Четверг. Четвертый день недели. Четвертый. Четверг. Четыре. Четверг. Рыбный день. Это рыба. Четверг. Рыбный день в России. Четверг. Пятница. Пятница. Пять. Пятница. Пятый день недели. Пятница. Пять. Почти выходной. Ура! Суббота. Шаббат. Шестой день недели. Выходной день. Ура! Выходные! Воскресенье. Седьмой день недели. Выходной день. Счастливого воскресенья. А теперь ответьте на вопросы. Какой день второй день недели? Вторник, правильно. Какой день трудный? Понедельник, правильно. Какой день рыбный день? Четверг, рыбный день. Какие дни выходные? Суббота и воскресенье – выходные дни. Какой день маленькая пятница? Среда – это маленькая пятница. Какой день пятый день недели? Пятница. Какой сегодня день? Понедельник. В какой день? В какие дни? В какой день? В понедельник. Что? Понедельник. Когда? В понедельник. В какой день? В понедельник. Вторник. Во вторник. Во. Во вторник. Среда. В среду. Четверг. В четверг. Пятница. В пятницу. Суббота. В субботу. Воскресенье. Воскресенье. В плюс винительный падеж. В или во. В слове вторник, во вторник. Винительный падеж. У. 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 Среда. В среду. Пятница. В
в пятницу, суббота, в субботу. Какой день или в какой день? Что? Какой день? Это понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Что? Какой день? Когда? В понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. В какой день? В понедельник. В какой день? В среду. В какой день? В воскресенье. В какие дни? В понедельник и во вторник. В какие дни? В четверг, в пятницу и в субботу. Какой сегодня день? Понедельник. В какой день у тебя история? В понедельник. Можно сказать, когда у тебя история? В понедельник. В какие дни у тебя история? В понедельник и среду. Какие дни? Понедельник и среда. В понедельник и среду. Какой день и в какой день? Это дни недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. А это события. Какой сегодня день? Понедельник. Какой это день? Среда. Какой день? Суббота. В какой день? Рок-концерт. Рок-концерт во вторник. В какой день семинар по истории? В четверг. В какой день шоу талантов? В среду. В какой день баскетбольный матч? В понедельник. В какой день русский клуб? В субботу. В какой день лекция о России? В пятницу. А теперь давайте вместе. Какой сегодня день? В вторник, во вторник или вторнику? Вторник. В какой день у тебя экзамен? В среду, во среду, среда, в среде. В среду. У нас русский язык в понедельник. Вопрос. Какой день? Какие дни? В каком дне? В какой день? В какой день? Правильно. В какой день у вас русский язык?
в понедельник и четверг. Вопрос. Какой день? В каком дне? В какой день? В какие дни? В какие дни? Правильно, в какие дни? А теперь ответьте на вопросы. Какой сегодня день? Сегодня четверг или пятница? В какие дни у вас русский язык? У вас русский язык в понедельник, вторник, в среду и четверг? В какие дни у вас история, биология, математика или другие курсы? В какие дни вы много занимаетесь? Вы много занимаетесь в пятницу или в субботу? А может быть, в понедельник? Какой день трудный? У вас трудный день понедельник? А может быть, пятница? Какой день не очень трудный? Пятница трудный или не очень трудный день? Молодцы! На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. До свидания!